Добро пожаловать на канал Четвертое измерение. Сегодня в нашем обзоре часы Tissot PRX Chronograph. Ностальгия по 70-м, захлестнувшая весь часовой мир, не обошла стороной и бренд Tissot. В 2020 году Tissot, обращаясь за вдохновением к своей богатой истории, перевыпускает модель 1978 года, назвав ее PRX. Эта коллекция вызвала огромный интерес среди любителей часов и моментально стала бестселлером. Столь яркий успех новой линейки не был оставлен без внимания бренда и сподвиг Tissot к расширению коллекции PRX и выпуску механического хронографа. Модель сохранила основные черты линейки – корпус в форме бочонка и узнаваемый интегрированный браслет, сужающийся к застежке. Матовая обработка поверхности с полированными гранями подчеркивает брутальность этих часов. Пушеры хронографа выполнены в соответствии с геометрией корпуса, лаконично вписываются в общую картину. В целом дизайн этой модели позволяет легко сочетать их как с классическим, так и со спортивными стилями одежды, делая их невероятно универсальными. Корпус и браслет изготовлены из гипоаллергенной нержавеющей стали. Уровень водозащиты в этих часах 10 бар, подходит и для городских условий, и для отдыха на море. Сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, с антибликовым покрытием позволяет в полной мере насладиться красотой циферблата. На светлом фоне циферблата с вертикальным сатинированием ярким контрастом выделяются счетчики синего цвета с обработкой солнечные лучи. Расположение счетчиков в этих часах классическое – панда. На стрелках и метках нанесено покрытие суперлюминола, что делает возможным считывать показания и в темное время суток. А с обратной стороны часов взору владельца открывается настоящее олицетворение швейцарской точности и надежности. Механизм А05H31. Выполненная на базе легендарной серии Valjoux. Каждый ценитель часового искусства с удовольствием отметит для себя обновление этого механизма. Платы, украшенные узором перлаж, стилизованный под колесо гоночного автомобиля ротор автоподзавода, служит отсылкой к спортивным истокам коллекции. А благодаря 60-часовому запасу хода и повышенной точности механизма, владелец этих часов точно не опоздает на важную встречу. Конструктивной особенностью механизма является система быстрой смены даты. Корректировка здесь производится при помощи пушера, утопленного в корпусе часов. Швейцарские часовщики часто говорят, что они продают не часы, а удовлетворение тщеславия. Ну что ж, модель Tissot PRX Chronograph без сомнения яркое тому подтверждение. Спасибо за просмотр. В описании под роликом мы оставим для вас ссылки на модель, нашу группу ВК и сайт.